театре «Русская песня» в очередной раз очередная сказка. И я полагаю, что все хотят верить в сказки, и это замечательно. Иначе без явления жизни нет никакой. Поэтому приходите к нам на сказку в театр «Русская песня». Волшебный посох. Чудеса будут просто превращаться в реальную жизнь на ваших глазах. Причем при участии именно вашем. Поэтому приходите обязательно. Вы увидите и насладитесь русскими национальными традициями. И это будет очень красиво, очень торжественно и празднично. Посмотрите, что меня окружает. Какие волшебные декорации. Вот из этого домика обязательно будут появляться всякие неожиданные интересные истории. И вы их будете разгадывать и угадывать. Здорово же, правда? Кругом сугробы, лес снежный. Ну вот, не смотрите на меня, что я в легкой одежде. Я, в общем-то, как-то, знаете так, но превратилась совершенно в другого человека, где жарко, где все так энергично, где солнечно, где лучезарно. А вообще, сзади меня, там сказка. И вот в этой сказке вы будете сосуществовать. Хорошего вам настроения. Приходите, не пожалеете.
Четыре двора из ворот ворота. Четыре двора из ворот ворота. А на пятый двор живет миленький мой. Далеко живет, часто вести подает. А я молода, сюда дорога была. А я молода, сюда дорога была. Прялочку взяла, на сиделочку пошла. Лично поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы в этом году у вас исполнялось все. Год дракона, он замечательный год. Он активный, он радостный, он темпераментный, он действенный, друзья мои. Ну, в общем, не спите, начинайте действовать. И тот, кто начинает себя реализовывать прямо сейчас, с момента моего поздравления, у того все сложится так, как надо. И я уверена, что зима должна быть зимой, лето абсолютно летним, весна весной, а осень осенью. Вот сейчас наступила настоящая зима. Вы видите поподаль меня, какие необыкновенные сугробы. И дорога, которая ведет к лучшему, друзья мои. Попробуйте вступить на эту дорогу. Я вам искренне желаю лучшего.